Команда начала сезон с ничьей, а сегодня они надеются довести общий счет очков до 4. Нам остается пожелать им только удачи. Команда на поле, и арбитр только что дал свисток к началу первой половины матча. Есть игрок впереди. И удар должен последовать. И счет в матче открыт. Отлично, они начали. Быстро решили забрать игру себе. И гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Какой-нибудь диванный эксперт скажет, что вот нет ничего особенного в этом ударе. Ну, закрутил, подумаешь. Ну, мало так закрутить. Надо же еще и исполнить технически этот удар. И вот футболисту это замечательно удалось. Все, ушел мяч за пределы поля, удар от ворот. А нам показывают гол, который вывел команду вперед. Хюнтела. Мяч перехвачен, шанс организовать собственную атаку. Пока неплохо. До ворот далековато, но надо рисковать и бить отсюда. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Слабый удар головой, если это вообще можно назвать ударом. Ну, такие удары для этого вратаря, как говорится, семечки. Ди Мария. Может получиться интересная атака. Удар! Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Ну, послушайте, надо больше тренироваться. Так вводить мяч в игру нельзя. Просто подарил он мяч сопернику. Наверняка получит нагоняй от тренера за это. Посмотрим за этой атакой. Ди Мария. И с мячом он идет вперед. Вратарь выходит и свободно забирает мяч. Гутьеррес. Это может быть опасно. Это отложенный штраф. Подавать надо. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Ди Мария. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Такие передачи придают атакам остроты. Лима Феррер. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Перекладина! Гутьеррес. Это может быть опасная атака. И как пробил. Спас он своих, блестяще сыграл. Мяч вышел за боковую, а не за лицевую линию, как хотелось бы игрокам атакующей команды.
это не вбрасывание мяча, а его выбрасывание. Кто так играет? Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Хорошо. Да, и пробил. Ну что, сумеют ли они отыграться с этого углового? Подали мяч с углового в центр штрафной. Спокойно выбивает мяч далеко в поле. Лима Феррейра. Увидел открывание впереди, делает передачу. Тут может что-то получиться. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Дубль есть. Ну что, вперед за хет-триком. 2-0. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Был фол, тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? Блестяще сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Игра остановлена из-за нарушений. И тут ситуация вполне на предупреждение. Выбит мяч из штрафной. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Асамо. Отлично сыграно, надо решать. Подавай! Удар! Мяч за пределами поля, угловой. Ну и выносить мяч надо. И это удар! Спасает вратарь команду. Потрясающая реакция. Удар с такой дистанции было очень тяжело взять. Мяч летит. Просто великолепное спасение. Какая реакция у вратаря. Блестящая игра. Самое скопление игроков угловой бон. Хороший вынос мяча из штрафной. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Попытка обострить игру. Пока неплохо. Навес в центр штрафной. Защита первая на мяче, вынос. Судья добавляет 3 минуты. Карасо. Хюнтела. Серьезно. Команда готова, тренерские установки получены, можно начинать. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Это может быть опасно. И разрезающий пас на ход. Мяч в воротах, и это гол. Удар низом, и тут вратарь оказался бессилен.
Резкий, короткий удар, не берущийся и точный. А вот это огрызнулись, вот это поймали кураж, сократили серьезный разрыв до одного мяча. Ну что, Георгий, может быть, рискнем и поставим на ничью, а? После этого гола счет у нас стал 2-1, тем интереснее смотреть. Отлично увидел возможность и забросил мяч в атаку. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Хюнтела. Они остались с мячом, так что можно продолжать игру. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. Выручил он свою команду. А само. Карасо. Плохая передача. Еще бы ее не перехватил. Гутьеррес. Нарушение правил. За такой судья может и карточку показать. Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Лима Феррейра. Может получиться интересная атака. Гутьеррес. А само. Тут его накрывают. Нет, не дошел этот пас до адреса. Карасо. Ни к чему не привел навес. Мяч у защиты в итоге. Хюнтела. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Защитник прерывает эту верховую передачу. А само. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. И подача туда, в сторону ворот. Играют в короткий пас. Они сегодня много. И, видимо, ставка сделана. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. 20 минут осталось. Отобран мяч, надо возвращаться. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Грамотный пас, все по делу. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Хюнтела. Тащит вперед мяч. Ставит корпус, укрывает мяч. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Арбитр останавливает игру. И вполне карточку можно показать. Матч подходит к концу, но его судьба еще далеко не решена. Полностью контролирует ситуацию в своей штрафной голкипер. За долю секунды он принял правильное решение и спас свою команду. Пошли последние 10 минут игры.
Стадион захлебнулся буквально в эмоциях, непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо бан, либо пропал. Поэтому эмоции и бьют через край. Игра остановлена, будет угловой. Центр штраф. Играет голкипер на выходе. Прямо в руки мяч направили. И снова точно партнер отдает он мяч. Хюнтела. Разгадали замысел соперника. Они и завладели мячом. Это может быть опасно. Мяч покинул пределы поля. Гутьеррес. Ди Мария. Это может быть опасная атака. 2 минуты добавлено к основному времени тайма. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. До конца матча пару минут, до спасения один гол. Лови момент, как говорится. Матч окончен. Да, они проиграли. Есть игрок впереди, пройдет, и удар должен последовать. Перекладина. Лима Феррейра. Увидел открывание впереди, делает передачу. Вот может что-то получиться. Подавай! Удар! Это удар! Мяч летит в центр штрафной. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге... Это может быть опасно. И разрезающий пас на ход.